Врачам удалось улучшить общее состояние Романа. Когда мы познакомились с ним, он был брошен всеми в своей коммунальной квартире. Общественная палата района, телеканал «Одинцова», главный врач ЦРБ, социальные службы. Узнав об этой истории, сразу включились в работу. Он был отправлен в реабилитационный центр. С момента прошлой реабилитации прошло вот уже год практически, чуть поменьше. Вот, но улучшений особых таких нету, потому что центр оказался не профильным, не для спинальных больных. Вот, как бы там врачи то, что смогли, там все они сделали. Ну, вот на данный момент, как бы, ну, чувствительность, не знаю, процентов на 3, на 5, наверное, может, увеличилась, не больше. Знакомые Романа установили в комнате турник. Теперь он может каждый день заниматься, растягивать позвоночник. В тесной комнатке тренировать затекшие мышцы неудобно, но Роман не привык жаловаться. Он просто делает упражнения день за днем и верит, что встанет со своей коляски и пойдет. Посторонние люди переживают и заботятся о Романе Рыженкове гораздо больше, чем его близкие. Даже соседи настолько зачерствели, что абсолютно не обращают внимания на брошенного инвалида. Он с трудом проезжает по общему коридору. Соседи поставили здесь шкаф, в котором находится стиральная машинка. Для них главное, чтобы она работала, а не удобство для Романа. Лечение в реабилитационном центре лишь немного улучшило состояние Романа, но кардинальных изменений не произошло. Ему требуется восстановительная терапия в специализированном медицинском центре в Солнечногорском районе. Это единственное место в Подмосковье, где людям помогают встать на ноги. Лечение дорогостоящее – 200 тысяч рублей. Инвалиду-колясочнику взять негде. Но каждый из нас может помочь Роману Рыженкову вернуться к полноценной жизни. Вы можете перечислить любые средства на счет Ромы. Контактное лицо – член общественной палаты Одинцовского района Андрей Блащинский. Общими усилиями и администрации района, и общественной палаты, и просто гражданами, и управлением здравоохранения мы определили Романа в центр реабилитации, который находится в Одинцовском районе. Незначительно его общее состояние улучшилось, и на это стоит, как говорится, обратить внимание. Но, к сожалению, у нас нет в Одинцовском районе специализированного центра, который мог бы помочь Роману реально встать на ноги. Вы же понимаете, это как инь-янь, добро и зло. Вот сегодня человек сидит и не может встать, а завтра он может встать и пойти. И это очень большой стимул и очень волнующее такое мероприятие, в котором, я считаю, должны принять участие, ну, все неравнодушные люди. Андрей часто приезжает к Роману. В этот раз даже удалось прогуляться вместе. Выйти из дома самостоятельно, без помощи других людей, Рома не может. Поэтому такие встречи – это в буквальном смысле слова глоток свежего воздуха для него. Мы всегда имеем возможность выбора. И сегодня этот человек, Роман, он реально нуждается в поддержке. Он попал в трудную ситуацию, из которой он сам не может выбраться. От нас с вами, возможно, сейчас зависит. Это возможность помочь человеку встать на ноги и начать снова полноценную жизнь. Одно желание – помочь Роману не останавливаться на достигнутом и всем нам вместе дружно справиться с этой проблемой. А то, что он сможет это сделать, я даже не сомневаюсь. У него очень сильный настрой, желания и возможности большие. Роман Рыженков – сильный человек. Мы все вместе можем помочь сделать ему этот шаг и собрать деньги на его лечение. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».